Осталось здесь буквально немного до вершины холма. Сзади меня другой холм. Какое-то жилье странное в зоне отчуждения. Вот, кстати, на зоне отчуждения, кстати, здесь даже возможно какое-то есть болото. А мы взбираемся вот вверх, взирая на эти вот. Этот холм, по-моему, даже выше, чем тот. И на нем есть такая вот растительность. Палатку тоже здесь можно поставить. Вон даже там трасса видна. Вон трасса. Аттракцион «Вход в неизвестность». Причем в лютые морозы даже кто-то здесь сделал по типу ступенек для более удобного спуска со скользкого верха. Так, у нас здесь неизвестность с колючей проволокой. Туда, да, страшно заходить. Колючая проволока, собаки. Новый аттракцион в этих краях АУЕ. Динамо. Это аттракцион «Ведьмин студень». Здесь, чтобы вверх забраться, нужно обязательно вот так подниматься. А вот в этих краях, ну, когда теплеет, вот он здесь, здесь. Здесь этот «Ведьмин студень». Причем я не шучу. Есть же вот такой покосившийся столб, неизвестно от чего. И все огорожено. Кто туда даже не ходит, вот. Вот здесь лично отлично слышно шум трассы, зов трассы. И вот такой вот шар, что он там делает, как он там оказался, следов-то нету. Все призрачно, странно, странно, странно это сверху, видимо. А это Бафомет круг. Если обратить внимание, здесь такая вот круг. То есть летом, ну и вообще, здесь типа асфальт, парапет и тому подобное. Но, как можно заметить, с двух сторон сейчас едут машины. И они в формате, как вот эти вот рога у Бафомета. Одна в одну сторону, соответственно, другая в другую. А вот с той стороны странный лес, за которым шум, шум. Интересный участочек между кольцевой автомобильной дорогой Санкт-Петербурга и городом. Даже здесь какая-то есть интересная кем-то постройка. А трасса вот там вот шумит. Вот это вот туда тропинка уходит, причем она намятая, хорошо намятая. Такое впечатление, как будто даже что-то проезжало. Там вот гора какая-то есть. Ну а вот если туда вот так вот пройти буквально, там виден уже город. Летом здесь тоже канава, здесь вот. Но зимой сейчас можно нормально пройти. Мы как раз вот выходим к этому Бафомет круг. Вот. А вот там можно обратить внимание, что какая-то возвышенность, типа а-ля холм. Ля холм какой-то, который ну, точно не искусственный, потому что на нем видны, что растут деревья. Причем летом практически этот холм не виден, потому что вот это вот все зеленое, и он за ними прячется. И, соответственно, летом туда нужно сходить. Сейчас тут не проехать, не пройти. Вот. По-моему, какие-то собаки пытались пройти. Чья-то кровать, вот. А холм интересный, интересный, вот. Что ж там за возвышенность-то такая? Итак, рядом с этим холмом находится странное сооружение. Странное сооружение, вот такое вот. Очень удивительное. А холм
Ну, сколько получается? 20 метров тут, наверное, высоты. Там закат у нас. Все вот какие-то камни. Ну, понятно, снегом все запорошено. Там шумит трасса, зов трассы. Так, на высоте этого холма странные какие-то следы. Ну, точно не человеческие. Холм удалось преодолеть. Вот мои следы. Вон там странная постройка, вот она внизу. Вид интересный. Там, по-моему, внизу даже можно палатку поставить будет. А, вот еще что-то там интересное. Вот за холмом получается, странная постройка. Что это такое? Кругом снег, тащиться туда по снегу не особо. Вообще вот здесь, по-моему, летом вот реально можно палаточку поставить с видом. Там еще какой-то, оказывается, холм. Интересно, это замерзшее озеро или просто так? Зона отчуждения открывает свои тайны. Возможно, вам слышен этот шум. Видите этот странный холм, на котором каменная постройка. Но это вообще дом какой-то. Холм, возвышенность. Странная возвышенность. Такое впечатление, что под этим холмом что-то есть. Какие-то ходы. Возможно, это бункер какой-то. Мы пока этого еще не знаем. Потому что здесь кругом вон странная скоростная трасса. Санкт-Петербург, Москва. Вот в ту сторону, куда угодно можно уехать любым способом. Вот это вот та самая зона отчуждения, которая, получается, отчуждает город от трассы. Какая здесь скорость у машин. Вообще скоро в путешествие.